Всем привет! Сегодня полезное видео о том, как посмотреть модель видеокарты на ПК или ноутбуке и как узнать модель, если в диспетчере устройств не отображается название. Итак, самый простой способ — это на значке «Этот компьютер» либо «Мой компьютер» нажимаем правой кнопкой и видим пункт управления. Нажимаем, переходим и здесь видим название диспетчер устройств. Нажимаем по нему, видим вкладку «Видеоадаптеры». Нажимаем по ним, раскрываем. У нас встроенная карта Radeon и дискретная еще получается, более мощная, 3070 лэптоп написано. Да? Это один способ. Другой способ, через который можно также посмотреть, это через строку поиска. Нажимаем и пишем либо диспетчер задач также. И у нас откроется то же самое окошко, которое вот здесь. Вот. Либо можно задать команду DXDIAG на английском языке. Набираем вот таким вот образом. И у нас появляется такое, «Выполнить команду». Нажимаем по ней. У нас должно открыться окно с системными настройками. Здесь у нас монитор 1. Это получается первая видеокарта. Вот это вот Radeon. И монитор 2. Это вторая видеокарта 3070 Laptop. Как еще можно узнать? Набираем комбинацию MS Info 32. И видим вот здесь вот пункт сведения о системе. Нажимаем, переходим в пункт компоненты, дисплей. И видим здесь описание. Это первая видеокарта, это вторая. А теперь, что делать, если, например, вот во всех этих параметрах здесь не будет ничего написано. Либо будет написано стандартный VGA адаптер. Ну а теперь ситуация, в которой вы хотите посмотреть также, какая у вас видеокарта, но здесь надпись «Стандартный VGA графический адаптер». То есть это говорит о том, что драйвера установлены некорректно. И для того, чтобы узнать, какие драйвера вообще устанавливать, нужно нажать правой кнопкой «Свойства» по графическому адаптеру, затем перейти в «Сведения». Вот здесь вот в пункте «Свойства» выбрать ID оборудования. Заходим в него и копируем вот этот вот самый нижний параметр. Также правой кнопкой нажимаем «Копировать». Отсюда выходим и открываем интернет. В поисковой строке вводим вот эти вот данные, вставляем и делаем поиск. Идет у нас поиск по вот этому параметру. И здесь, как видите, у нас появляется название видеокарты от T-Mobility Radeon X2300. Здесь, здесь, также вот он. В дальнейшем нужно на него будет скачать драйвера. Также можно определить модель видеокарты по вот этому сайту devid.info. Поле вот сюда вот. И нажимаем «Искать». Он нам показывает, на какую систему есть какие драйвера, и также показывает название. Но драйвера я вам рекомендую скачать с официального сайта. То есть вы узнали модель. В данном случае T-Mobility Radeon. Это у нас AMD. Также набираем в поиске AMD драйвер и переходим на официальный сайт. Если у вас будет NVIDIA GeForce, то переходим на официальный сайт nvidia.com и скачиваем официальные драйвера. После обновления драйверов нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. После перезагрузки, зайдя в диспетчер устройств, видим название T-Mobility Radeon X2300. То есть это та видеокарта, которую установили драйвера. Вот таким образом можно узнать модель видеокарты. Кстати, давайте на всякий случай проверим вот эту вот модель, которая у нас уже установлена. Получается, нажимаем также «Свойства», «Сведения», «ID оборудования» и копируем данный параметр. Так, идем, вставляем и делаем поиск. Да, также отображается 3070 лэптоп. В принципе и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До свидания.